Вчера. Вчера мы поймали рыбу. Пожалуйста, вот эта рыба. Мы находимся в районе Телецкого озера с южной стороны. Природа, ну сами видите, какая природа. Машина, люди. Люди ходят. Там люди ходят. Люди ходят. Думали долго, что делать именно с этой рыбой. И придумали просто ее засолить. И для того, чтобы сегодня ее приготовить, мы нашли новый способ. Ну, наверное, это не новый способ, а старый способ. Но тем не менее, берется обычный казан. В него засыпаются опилки, всякие вот такие штуки непонятные. Дальше можно брать палочку, но нельзя брать самое основное, это березовые дрова. Сами березовые дрова можно, но без коры. Потому что будут выделяться вещества, которые навредят вашему здоровью. Вот так мы создаем стружечку, которую сюда делаем. Когда готова стружка, начинаем делать сеточку. Сеточку можно делать из обычных прутиков. Прутики, то есть, смотрите, делаем определенного размера прутики и вставляем их сверху, вот здесь, чтобы они были. На которые впоследствии будет выкладываться рыба. Давай. После того, как готова сетка, выкладываем аккуратно окуней и чебаков. Вот таким вот образом. После того, как готова сетка, выкладываем рыбку подобным образом. Одну к одной, одну к одной, одну к одной, одну к одной, одну к одной. Одну к одной. Одну к одной, одну к одной, одну к одной, одну к одной. Таким образом все. Одну к одной. Так, ребят, и еще один лайфхак. Если вы не можете разжечь костер, вы всегда можете взять баллон, рефтомид, антиклещ, не обязательно антиклещ, любой рефтомид, и делать таким образом. Как же делать? Берем зажигалку, если у нас не горит, а если надо подразжечь, мы делаем вот так. Вау, 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 полегче, полегче. После того, как рыба выложена, накрываем ее крышкой и ставим на костер, который разжигли с помощью нашего спонсора Рифтомид Антиклещ. Заебись. А пока готовится рыбка, можно посидеть и пообщаться друг с другом. Прошел ровно час. И что же мы имеем? Рыба приготовилась идеально. У-ля-ля, мама мия. Копченая рыбка убираем с костра. И посмотрите, рыбка идеально закоптилась. Идеальный цвет. Такого цвета вы не встретите нигде. Ля-ля.